испытываем с корешем новую лодку от Time Trial. Сегодня пришла, сегодня испытываем. Не терпелось ее проверить. Но вообще эта лодка приятно удивила своей скоростью. На полном газу 19 км в час. Сейчас вот меньше половины газ, скорость 12-13 км в час. Завод, который ремонтирует корабли. Вот там за островом, там водозабор. Красота. Видео не передаст, конечно. А вот и я.